Победой команды «Хасавюрт» завершился матч Суперкубка Дагестана по футболу. В игре за почетный трофей хасавюртовцы обыграли махачкалинский футбольный клуб «Судостроитель Динамо». Счет встречи 2-0. С пенальти на 10-й минуте отличился голкипер хасавюртовской команды Арслан Зайнулабидов. А победную точку на 90-й минуте поставил нападающий Магомед Ханакаев. И передача в штрафную площадь, да, навес туда, и смотрите, как мяч дошел, передача Ханакаев, гол! Блестящий рост!